23 февраля. Вас кто-то поздравляет? Вы поздравления принимаете? Безусловно, поздравляют нас. Вот на данный момент этот человек служит в внутренних войсках и находится сейчас в отпуске. Поэтому это наш праздник. Мы в прошлый раз, это нельзя было нашим праздником, но сейчас, когда мы уже служили, поэтому с гордостью можем сказать, что да, действительно, 20 февраля – это мужской праздник наш. Я ждем своих носочков. Вот-вот, как раз о том и вопрос. Не о носочках, нет. О том, поздравлять нужно только тех, кто имеет какое-то отношение к армии, кто служил или нет. Ну, я считаю, что, наверное, каждый может, ну, для себя решает, то есть считает он человека защитником Родины. То есть я, конечно, отслужил, приобрел для себя какие-то навыки, которыми я могу воспользоваться в случае, да, защиты своей Родины, но те же люди, не служа в армии, также могут обладать какими-то качествами или своими моральными качествами для того, чтобы просто взять в руки, ну, грубо там, оружие, да, или что-то другое и пойти защищать Родину. То есть, в принципе, можно всех. Как считаете, нужно с этим праздником поздравлять только тех, кто служил в армии, или нет? Я считаю, что не обязательно, но в приоритете, конечно, те, кто служили. Надо поздравлять людей, которые служили и которые служат. Ну, я считаю, что нужно поздравлять всех мужчин, потому что в любом случае они защитники. Мужья, сыновья, они все защищают, да, своих женщин, своих братиков, сестричек, поэтому даже если не служил, нужно поздравить, обязательно. 23 февраля – это День мужчин, соответственно, нужно поздравлять всех. Ну, наверное, всех стоит поздравлять, потому что мужчина, он служил или не служил, остается мужчиной и как-то делает какие-то поступки добрые, хорошие. Все зависит от человека. Ну, хочется – поздравлять. Мне все равно, ну, это праздник. Не принципиально. Я не обижусь, если не поздравят. Вы в армии служили или какое-то отношение к этому имеете? Нет, к сожалению. Ну, вы как считаете, что нужно поздравлять всех мужчин? Это праздник всех мужчин или нет? Пожалуй, да. Пускай поздравляют всех, чтобы не было обидно. Поздравляет жена, поздравляет родители. Очень приятно, да, 23 февраля получать поздравления. Вы как считаете, это праздник всех мужчин или праздник только тех, кто имеет какое-то отношение к армии? Наверное, второе. Больше кто имеет отношение к армии. Вы служили? Нет. Ну, поздравления принимаете, конечно, все равно. Я, конечно же, буду поздравлять своих близких, своих родственников. И я считаю, что это праздник вообще для всех мужчин. Нас поздравляет наш политех, в котором мы учимся. В армию собираетесь? Конечно, нет. Ну, поздравления принимаете. Этот праздник считаете праздник всех мужчин или только тех, кто имеет какое-то отношение к армии? Я считаю, что это праздник всех мужчин, потому что любой мужчина в своем роде боец. 23 февраля. Поздравления принимаете? Вас кто-то поздравляет с праздником? Ну, особо нет, честно говоря, так как я не являюсь военнослужащим. Поэтому, ну, я особо себя не считаю. Вот как раз об этом и вопрос. Как вы считаете, поздравлять нужно только тех, кто имеет какое-то отношение к армии, или это праздник всех мужчин? Ну, я считаю, что да, тех, кто имеет отношение к армии. Мужчины – это мужчины, женщины – женщины, то есть у них тоже есть свой праздник. Вот, так что я всех поздравляю. 23 февраля. Это праздник тех, кто имеет какое-то отношение к армии, тех, кто служит, или нужно поздравлять всех мужчин? Как вы считаете? Я считаю, надо поздравлять всех мужчин, не только которые служили. Они всю свою лепту тоже вносят в мирное время. Ну, этот праздник постепенно перешел из праздника, вот как 8 марта, поздравляю всех мужчин. Я буду, конечно же, папу своего поздравлять, и дедушку, и брата, и всех своих мужчин, потому что они мои любимые мужчины. И не нужен праздник, чтобы их поздравить. Спасибо им за то, что они есть.